Всем привет! У меня на канале новый ролик вышел в понедельник про агрегаторы психологические, все вот эти Зигмунд, Ясно, Мета, вот эти все сервисы, которые рекламируют блогеры. Посмотрите, ролик интересный. Я продолжаю свою работу над видео про Филяева, Пси 2.0, новую германскую медицину. Знаете, обнаружила такую интересную вещь. Практически невозможно найти никаких разоблачающих материалов про Пси 2.0 в интернете, ни роликов, ни статей. И вот что я выяснила. Оказывается, раньше этих статей было много, в 16-м, 15-м, 17-м году. Но Филяев судится со всеми, кто выкладывает разоблачающие материалы про него и его методику. И суд одобряет его заявление, и тогда людям пришлось удалять все свои материалы, статьи и видео из общего доступа. Как вы думаете, для чего он со всеми судится и почему он это делает?